Привет, ребята! Я киндер красного цвета. А вот мой друг, зеленый озорник. Давай-ка ребятам покажем игрушки. Киндеры нам приготовили фигурки из мультика «Фиксики» и машинки из «Щенячьего патруля». Это Файер на пожарной машине. Желтый киндер. А ты куда собрался? Ты думаешь, мы тебя не догоним? Смотри, какой он быстрый. Ну оставь нам хотя бы игрушку. Ух ты, это ж пуля с рулем экскаватора крепыша. Ого, как много киндеров. И все они разноцветные. Интересно, а какая же будет игрушка? Да это же Нолик в настоящей полицейской машинке. Теперь понятно, кем он будет, когда вырастет. А вот еще одна веселая парочка киндеров голубого и ярко-розового цвета. Такой же непоседы был у нас в начале мультика. Это Мася. Сегодня она пилот спасательного вертолета, на котором летает Скай. Еще один очень занятой киндер. Ему явно не до разговоров. Куда же все они торопятся? А вот Папус. И он выбрал для себя уборочную машину. Может, потому что она тоже зеленого цвета. Либо нужно просто убраться во дворе. Все понятно, куда бежал красный киндер. И все остальные тоже здесь. Симка выбрала водный транспорт. Она управляет катером спасателя Зумы. А теперь полезный совет от рыжего ежика. Ребята, а вы не забыли про наше правило? Каждый день делать добрые поступки. Например, пропылесосить у себя дома. Или сделать скворечник для маленьких птичек. Или просто сделать кому-то комплимент. Ведь все это очень здорово. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик. И не забудь подписаться на наш канал.